18 мая 2024 года в городе Мусбрук на Изале, Бавария, прошел очередной авиафестиваль. На этом мероприятии я был во второй раз, и в этот ролик вошли лучшие кадры с обоих мероприятий. Было интересно посмотреть за полетами самолетов. Некоторые пилоты показывали элементы высшего пилотажа. Во время фестиваля зрители могли не только насладиться зрелищем, но и сами полетать на самолете или вертолете. И я тоже не преминул воспользоваться такой возможностью, полетав на самолете Супер Димона. Полет длился около 10 минут и обошелся мне в 55 евро.
Следующий фестиваль должен пройти в сентябре этого года. Они уже как бы на этом. Чисто как глушат. Снимал и монтировал Лев Легостаев.